Так, видать, как нет, да. Руку майку туда встану. Да. А зачем? Женя, отойди там. Жень, хорошо, чуть-чуть проверь, можно? В конце похода переодеться, с кем-то надо поехать, чуть-чуть. А вдруг там две майки? 8. Вот отойди, пожалуйста, я хочу с тобой. О, ты дурочка, что ли, блин? А я не хочу с тобой, я хочу без тебя. Ну что ты делаешь? Я его куда-то упал. Ну что ты делаешь? Смотри, сейчас меня здесь нет. Ну, Сай шумит, хоть мелкий, маленький, да. А шум дает конкретный. Ну там видно, русло у него широкое вон. Что он бывает, растекается по весне, по всему вот этому. Идешь, короче, так по воде. Весной вообще в мае жопа идти. Здесь, я говорю, со всех сторон, короче, льется вода. Ага. К скалам пытаешься прыгнуть, чуть дальше там как раз такой. Нет? Сверху камушки смывает. Ты от скал стороны, соответственно. Вот идешь ты по воде. Помню, 15 мая Машка плачет аж. Девчонки тоже плачут. Наоборот же класс, вас водой. Реально, и холодно, не жарко. И вот дождь со всех сторон, да. Дошли назад, пришли там, покушали. Часть пошла на Чукураксу. Закипаю, я пошла. Что случилось? Мягко. А вот я люблю жару. Я даже пенсионер себе не хотела. Вот этот и есть водопад, к которому мы шли. Где? Вот он. Внизу. Мы сейчас обойдем, потом вниз к нему придем, спустимся. Окольными путями будем к нему идти. Вот она, вода Пальтау. Пальтау Сай. Вот куда вниз она идет и падает с водопада, куда мы сейчас придем, будем смотреть. Вода довольно-таки тепленькая. Кстати, скажу вам, аж хочется искупнуться сразу. Молодая березка. Уже небольшой сай. С чистенькой водочкой. Здесь уже лес конкретно. Вот такие березы здесь. Вообще класс, как в ботаническом саду.
И все тот же березовый запах. Приятный, прелый. Береза четверка. А травы закинули уже? Еще пока это, тебе, пожалуйста. А чай там будет или только травы? Где гуляла, Саша? Да. Вот точно. В березовой роще я гуляла. Березовая роща, видите, есть. Мокрая вода. У меня мокрая от воды. Что, где этот? Давай. У тебя есть? Чего? Аромат? Нет. Как нет? У меня сидушка попытка. Костерок. Чай с запахом костра. Вообще какой-то вот есть в этом аромат, да? Да, конечно. Любого похода без костра как-то вот не так. Тем более тут, блин, запах там стоит берез, да, вот так упрелый, да, вот как веники березовые пахнут же, блин, есть. И место хорошее. Да вообще супер, блин, конкретный лес, блин. Когда там подарешь меня, да? Когда можно будет уже? Инстаграм. Вот такой березовый лес. Вот здесь располагается поселок Пальтау, одноименный поселок.
Вот множество вот таких родников вытекает. Уже это не талая вода, а родниковая конкретно идет. Они, эти ручейки, собираются. Местность довольно-таки болотистая, поэтому здесь так зелено и растут березки. Держите двумя руками за берег. Все, не ко мне сюда даже. Держитесь. Ну ты да. Спасибо.